я планирую сегодня созвонить на свой рабочий день. У нас там разница на рейде, поэтому когда у него будет вечер, тогда я с ним поговорю. Никаких никаких непрошенных советов, потому что она взрослый человек, сама решает, как решится. Я еще не была в Сеуле, она всего 2 года, пандемии там и так далее. Много сложностей. Это уже надо время.